Потому что я сейчас еще одну вещь скажу. Потому что мы себе даже не разрешим все это сделать. Знаешь почему? У нас будет самосаботаж. У нас запрет на счастье. Мы даже картинку, сука, счастья представить не можем. Ты не имеешь права быть счастливым, пока есть рядом несчастные люди. У матерей вообще у них просто парадоксальные мысли. Я не имею права быть счастливым, пока несчастлив мой ребенок. Ребенок не имеет права зайти в счастье раньше матери. Все. У несчастной матери не может быть счастливого ребенка. А ребенок... Короче, они стоят оба перед открытой дверью в счастье. Только после вас. Нет, только после вас. Нет, после вас. Нет, только после вас. Бля, весело. Обе счастье, обе несчастные, сука, рвут. И тебе не везет, да? Ой. Гениально, бля.